Мы не строим здания. Не выпекаем хлеб. Не создаем шедевров искусства. Но если бы не наша работа, не было бы открытий и свершений. Мы продлеваем жизнь. Да, это так, как бы громко это ни звучало. Мы хотим, чтобы наши родные жили долго. И поэтому мы здесь вместе для здоровья каждого. Каждый человек должен иметь возможность реализовать свой потенциал, который заложен в него природой. Мы делаем то, что востребовано на рынке, то, что надо нашим белорусам. Ну, это своеобразное волшебство, когда из субстанции, которая яд, добавляешь определенные вещества и получаешь лекарство, которое лечит, продлевает жизнь. Мединтерпласт – это уникальная компания, начиная от разработки препарата и до продвижения и продаж его на рынке. Александр, как вы попали в Мединтерпласт? Мое впечатление складывается с первых, наверное, 3-5 секунд, когда кандидат заходит в наш офис. В Мединтерпласт я попал, работав на скорой помощи, хотел чего-то нового, пришел на собеседование. Кем вы себя видите в будущем в нашей компании? Кто вас сегодня собирал на собеседование? Что значит ваш талисман? А зачем вы сюда пришли? Мы вообще стараемся людей амбициозно привлекать на работу в нашей компании. Все люди у нас имеют образование высшее медицинское. У нас такая иерархия: медицинский представитель, региональный менеджер, продакт-менеджер. Мы растим свои кадры, а не набираем людей с улиц. Самое главное качество высшего менеджера – не действовать на нервы младшим менеджерам, правильно ставить команду. И как в каждой семье у нас есть и размолвки, и раздоры. Мы ругаемся круто. У нас есть совещание по развитию, где мы ругаемся с рядом служб, находим общие точки соприкосновения, принимаем какое-то решение и идем дальше. У нас есть в городе несвежий завод по производству лекарственных препаратов. Но этот завод на сегодняшний момент выпускает 30 позиций. Первые или вторые аналоги импортных препаратов оригинальных. Условия производства, отношение к производству более жесткие, чем в ряде других остальных областей нашей промышленности. Мы имеем возможность производить продукты из качественного европейского сырья. Ну, во-первых, это доверие потребителей. Во-вторых, мы сами уверены, основной принцип медицины «не навреди» будет соблюден. Я верю, что все в этой жизни в равновесии. Если ты хочешь что-то пожинать, то ты должен это сначала посеять. Иногда люди сталкиваются с некоторыми проблемами, которые зависят не от них. Моя внучка возвращалась домой, и на переходе ее сбила легковая машина. Она в коме пролежала 45 дней. Матери очень тяжело материально, они покупают дорогостоящие препараты иностранного производства, а мы являемся производителем этого же препарата, но, соответственно, белорусского. На протяжении 3,5 лет компания поддерживает мою внучку. Сейчас она закончила 11 класс, и мы искренне верим в то, что у нее все будет хорошо в будущем. Здравствуйте, Жанна Анатольевна. Оксана, Мединтерпласт. Радости. Мы продавцы радости. Приезд нашего представителя в аптеку – это всегда праздник. И если у нас плохое настроение, нам говорят, просто не едьте в аптеку. Жанна Анатольевна, а вы знаете, что наш Магнифар стал победителем премии «Народная марка»? И это только за его качество. Он действительно лучше. Наша цель и с людьми, и с клиентами, и с партнерами, и с сотрудниками – быть честными. Есть много моментов, чтобы утопить своего конкурента. Написать в прессу письмо, написать в министерство письмо, написать там в интернет какую-то статью на фирму. Мы не боремся с конкурентами, мы показываем преимущества наших препаратов компании Мединтерпласт. Ну, в сотрудниках Мединтерпласта первое, что мне нравится, это пунктуальность. Мы чувствуем друг к другу очень хорошее, теплое отношение. Садимся за стол после девальвации, смотрим, сколько потеряли, считаем, как мы это все преодолеем, принимаем решения и движемся вперед. Ну и, конечно, мне очень нравится красота персонала, который подбирает Юрий Стефанович. У нашего шефа есть выражение: как человек работает, так он и отдыхает. Работа – это не тот подвиг, который мы должны совершать. Это работа – это в удовольствие. У нас есть такое правило – собираться больше трех. Если люди решили собраться вместе, то они должны оповестить об этом весь коллектив. Мы празднуем наши дни рождения как большая семья. Для меня моя компания – это и есть семья. Это мой 4-й ребенок.
Семья, она формирует, она дает возможность жить, дышать. Здесь мы можем позволить себе творить. Самое главное для нас достижение, как для профессионалов, это то, что за 20 лет мы вошли в топ-20 корпораций на фармацевтическом рынке Беларуси. Мы хотим войти в десятку крупнейших фармацевтических компаний страны. Не хотим, а мы это сделаем. Этот бизнес у меня как игра в шахматы на всю жизнь вот такая вот расписана. То есть ты в конце или победишь, или нет.